Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрогис. Да-да, Фрогис, блядь. Фрогис. И сегодня я научу вас делать волну. Да. Волна, блядь. Кто же ее не умеет делать-то? Это волна. Какая-то какая. Че я, блядь, делаю? Так вот, как же сделать эту волну? Изи, изи! Просто. Ее сделать просто. Просто находим эффект Swarp Waves. Накинем сейчас какую-то херню, блядь. Где здесь что-то есть? Дайте мне что-нибудь, пожалуйста. Вы мне ничего не хотите давать, вот эту херню накину. Она цветная. И круто. Вот. Что за херня? Цвета. Что с вами? О, теперь нормально. Так, накидываем ее. Смотрите, я ее накидываю. Вот, она вот такая вот. Смотрите, она вот такая вот. Вот, она уже вот такая вот красивенькая, да? И чтобы ее настроить, нужно отключить вот эту вот херню, вот эту, да, Waves. Просто вот эту, оп, на ноль нахуй, и все, она отключена. А теперь настроить вот эту херню нужно. Так, это что такое? Это нам не потребуется, мне кажется, нет. Нет, это нам не потребуется, скорее всего. Ну, пусть будет. На однёрочке пусть будет. Так. Ангел. Ангел тоже не трогаем. Пхейс должен быть, да. Амплитуду нужно уменьшить несколько раз. И displacement ангел увеличить. Вот так вот. Вот, видите? А, еще надо знаете, что сделать? Этот B-ангел. Нет, не B-ангел. Что-то я не то. Нет, это наоборот, вот так вот как-то. И вот эту, короче, нужно. Нет. А, вот, все. Вот, пожалуйста, смотрите, волна. Готова. Смотрите, я показываю еще раз настройки вам. Последние. Вот. Вот настройки все, которые вы должны знать все. И теперь волна у вас есть. Вот она, волна. Видите? Красивенькая такая. Прикольно, да? Даже можно это, типа, взять, набить здесь вот, типа. Как там, типа? Картинки, о. Океан, вот, океан, картинки океан. Быстрее, пожалуйста. Блять, эй, ты, удались. И в Вегас я, смотрите. Блять, иди нахуй. Теперь смотрите. Океан движется. Вот это да, вот это да, еще берешь так это тупо дупликат делаешь и делаешь вот так вот, типа маск. Херачишь вот так вот просто маску, вот так вот, все готово, минус, да, вот так вот, ой, плюс, то есть вот так вот, и вот так вот. И теперь смотрите, а вот что я сделал, а, я что, дупликат сделал, да, а вот здесь, смотрите, океан движется сам. Вот это да, вот это кайф. Тут еще увеличить этот. Блять, нет, это не надо увеличивать. Вот эту хернюшку увеличить еще. Вот так вот. И смотрите. Океан движется. Нихуя. В общем, на этом все, ребят. Вот такой вот маленький туториал. Еще раз покажу вам настройки. Так, подождите, я верну сначала их в исходное состояние. Как их вернуть в исходное состояние? Я слышал. Вот, вот исходное состояние, я их верну. И смотрите, вот они настроечки, которые вам нужны. Вот, вот, вот они настроечки. Там с ними еще можете немножко покрутить, как хотите, в общем. Ну, вы поняли. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И пока. О, да. Как отключить запись? А, F9.